То есть вот вы видите округлую форму, так же должен выглядеть и наш аркаид. Учитель истории Андрей Усов рассказывает девятиклассникам о том, что буквально в 12 километрах от их села Комаровка Денисовского района находится уникальное место. Одно из 20 укрепленных поселений протогородов, основанных еще индоиранскими племенами Камысты. Этот город еще называют Аркаим-2. В частности, все эти экспонаты, если раньше, когда мы говорили, что это относится к эпохе бронзы, сомневались, были сомнения, в том году с помощью акимата все эти экспонаты отправились на экспертизу в город Кустанай, и, соответственно, пришло подтверждение, что это непосредственно экспонаты, относящиеся к эпохе бронзы. Ну, эпоха бронзы, она вообще у нас второе тысячелетие, третье тысячелетие. То есть, если по годам, то это 2800 год до нашей эры. Все эти экспонаты нашли на поверхности земли. Полноценных археологических раскопок тут не проводилось. Хотя памятник был исследован дважды. Летом 1990 года Тургайской археологической экспедиции. Тогда были зафиксированы впадины от 6 жилищ. И в полевой сезон 1996 года место было обследовано российскими археологами Здановичем и Ботаниной. К этому времени памятник был практически разрушен. Сохранилась лишь небольшая часть северной оборонительной стены, одна жилищная впадина, примыкающая торцом к этой стене, и три поздних впадины в южной части поселения. Обнаружен был памятник каким образом? По фотографиям, по аэрофотосъемке. И вообще вот страна городов обнаружена таким новым методом в археологии, методом дешифровки аэрокосмических снимков. В свое время военные эти снимки делали, и российский Аркаим таким образом был обнаружен. С космоса очень хорошо видны вот эти вот круги стены, да, укрепленной. И наш памятник тоже на аэрофотоснимках хорошо читается. И вот российские археологи во главе со Здановичем как раз памятник увидели вот на аэрофотоснимках. И причем эта ценная информация уже на земле того не сохранилось, что сохранилось на аэрофотоснимках того времени. Музейные работники и историки надеются, что археологические раскопки начнутся в самое ближайшее время, а ученые смогут найти немало артефактов. Сегодня самым известным городищем страны городов является Аркаим в Челябинской области, считающийся ровесником египетских пирамид и древнего Вавилона, намного старше древнего Рима и Трои. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН, Денисовский район.